Институт истории естествознаний и техники С.В. Вавилова РАН, научное учреждение при Президиуме Российской Академии Наук. Полное наименование – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории естествознаний и техники С.В. Вавилова Российской Академии Наук. История. В 1921 году в Российской Академии Наук под председательством В.И. Вернадского была создана комиссия по изучению истории, философии и техники, затем переименована в Комиссию по истории знаний. С 1930 года председателем комиссии стал Н. Бухарин. 28 февраля 1932 года на базе КИС был создан Институт истории науки и техники, а Бухарин назначен его первым директором. Позднее учреждение возглавляли А. Максимов и В. В. Осинский Оболенский. Институт был ликвидирован 5 февраля 1938 года, после объявления его центром антисоветского заговора. Работа возобновилась лишь 22 ноября 1944 года после создания новой организации в составе отделения истории и философии АН СССР Института истории естествознания. С 5 сентября 1953 года, после вхождения в его состав комиссии по истории техники, было утверждено новое название Институт истории естествознания и техники. В 1970-х годах Ленинградское отделение ИИТ находилось под угрозой закрытия и перевода в состав Института общественных наук при Ленинградском обкоме КПСС. Благодаря вмешательству ученых это отделение было оставлено. С 1991 года институт носит имя академика Сергея Ивановича Вавилова, директора структуры филиала Санкт-Петербургский филиал. С 2010 года в качестве филиала входит выставочный центр АН. Центр занимается подготовкой и проведением экспозиций завершенных работ учреждений РАН и результатов наиболее интересных фундаментальных исследований на российских и международных выставках в России, а также выставок работ Российской Академии Наук и экспозиций РАН на зарубежных выставках, организуемых министерствами и ведомствами Российской Федерации, зарубежными фирмами и организациями. Журналы 1980 «Вопросы истории, естествознания и техники», 1999-2004 «Науковедение, исследования по истории физики и механики, историко-астрономические исследования». Проводит ежегодные конференции по истории науки и техники в Москве и Санкт-Петербурге. При институте постоянно работает несколько общемосковских семинаров по истории астрономии, по истории физики и механики, по истории советского атомного проекта. Советы. В институте действует несколько диссертационных советов по специальности история науки и техники. Ученым советом и советом молодых ученых ИТРАН в 2004 году была учреждена премия памяти Алексея Каримова, которые награждаются молодые ученые института за значимый вклад в изучение истории естествознания и техники. Отделы известные сотрудники.